Ну, мужчина с другой стороны, потому что я слишком разочарована в своих последних отношениях с мальчиком и считаю, что, возможно, в другой стране мужчины будут более воспитаны. Что касается материального положения, то для меня это не есть большим каким-то минусом. Если мужчина будет тебя любить, то, в принципе, это не будет так важно. Переехала бы я в другую страну? Возможно бы, да, если бы я полюбила этого человека, и этот человек полюбил бы меня.